Привет, это Ярослав из Language International. Я понимаю, что вы хотите получить больше информации о студенческой визе в США. Если вы хотите подать заявление, вам нужно сначала зарегистрироваться на нашем сайте. Как только вы выберете курс, он должен включать 18 часов в неделю, не менее, нам потребуется полная оплата вашего курса, копия вашего паспорта, копия медицинского полиса, если вы не приобрели его через Language International. Школа выпустит форму I-20, которую отправит на ваш домашний адрес. Как только вы получите форму I-20, вы сможете оплатить сбор сервис и зарегистрироваться на сайте посольства США и получить визу.